Игнат Тихонович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господи на тебе, воссия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресся из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов, наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благи сии человека любит. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисленно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое сотвори их пред тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробех живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробех живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. В неделю вторую по Пасхе святаго апостола Фомы, тропарь, запечатанный гробу, живот от гроба воссияющий Христе Божие, и дверям заключенным, учеником предстал еси всех воскресения, Дух правый теми обновляя нам, по велицей Твоей милости. Христос воскресе из мертвых. Любопытная десница, жизнеподательная Твоя ребра, Фома испыта, Христе Боже, со заключенным во дверем, яков шел еси, с прочими апостолы, вопияше тебе, Господь еси, и Бог мой. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение,
но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Поставшего сна, припадаем Ти, блаж, ангельскую песню, пием Ти, сильный, свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возьми к месте, Господи, ум и просвети и сердце, и усне мои отверзи, во же плети Тебя, Святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и кайго же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, и ко многие рай Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешный, не поубил меня с беззаконием моими, но человеколюбствовал еси обычное, и в нечаянии лежащего воздвиг мне еси. Воеже утренните, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со совестием Твоим, и разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедании и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Десятый псалом. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменной твердыней, домом прибежище, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из пути, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Божьей истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться милости Твоей, потому что Ты презрел на детстве мое, узнал горе души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, и тащила с печали жизнь моя, и лета мои стенами, и не могла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыл в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо сутки стали кровью. Когда они сговариваются против меня, умышляют и стогнут душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. Твои руки и дни мои, избави меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твою рабу Твоему, спаси меня милости Твоей. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Мечтили же да посрамятся, да умолкнут в ваде. Да они имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Они же боящиеся Тебе, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людей, скрываешь их под тенью от привлекания языков. Благословен Господь,
проявил мне дивную милость в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержены дочей твои, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа все праведные его, Господь хранит верных, и поступающим на гнев воздается избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. 31 стол. Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не менит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои, от вседневного стенания моего. И в один мной стяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнем засухе. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда развитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостью и избавлением. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, который через тебя нужно обуздывать узбою и удилами, чтобы покорялись тебе. Много скорбей нечестивого, а уповающим на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правы сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долго. Истинно так, богатый страдания и неизреченной милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующим меня будет жить, и не увидит меня в его веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вернись же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будь довольна вера моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы вечной. Да не похитит меня сатана, и да не похвалится тем, кто сорт для твоей Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, от чрева матери моей, подобри меня, Господи, ныне возлюбить Тебе, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без верности, как я прежде работал на сатану Борсителя. Буду же прежде служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный вести моей бедной души и несчастной жизни, не оставь мне грешного,
и не отпустите нежелодежность мою, не дай возможность любому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. Вот это ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил тебя, воссиди в моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражества, чтобы мне не проливать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он усилил меня в страхе своем и поделал мне рабом достойно своей милости. Аминь. Аминь. Святая Владычица, моя Богородица, святыми твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, если скверные, лукавые и хуйные помышления сейчас в моем сердце. Я помрачен ума моего, и погаси память страстей моих, ибо нищ и слав. Избавь меня от многих удивительных воспоминаний и намерений, и освободи от всех злого действия, ибо ты благословен от всех родов, и твое пречистое имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, любовь, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила си Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного животворящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивное дару, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, священный Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Яна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея и Глеба, не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и Лариона, и весь священнический иноческий чин, и вышли из них служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дальше священника, рожденного свыше, который благовестник, и место для занятия. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Сохрани их от покушения на них. Умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было еще уделять нуждающимся. Преобразуй их сердца в духовные, коснись их Владимира, Михаила, Зазыфа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. И мы молились об этих смутьянах, и ты укротил одного и убрал его из жизненной ситуации. Этого Илью оставшегося укроти, Господи, не дай им желаемого, чтобы смутными мятежами они доставляли столько горя людям. Ибо Слово Божие заповедует молиться за царей и начальствующих, да проводить жизнь тихую и безмятежную. Слава Тебе, милосердный Создатель! Господи, сохрани наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы. Благослови живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, любовь, Алексея, Иосифа, и прищи добрых жителей с детьми, любящим, знающим уставы Твои святыми. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, щадо их. Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Оливкину. Юрия.
Сергея, Александра. Я тяжко недуга пьянства избави, Господи, Павла, Михаила, Андрея, Владимира. И потерянного Александра найди, укажи, где он, Господи, жив ли. Блуждающих Алексея, Сергея, останови, дабы не обманывали себя и людей. Слава тебе, милосердный Создатель. Найди всю наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава тебе, милосердный Господи Бог наш. Мы не знаем иного Бога, кроме тебя, столь любящего создание свое. Аллилуйя. Благослови, Господи, путешествующих Раису, Льва, Виктора, Галину, Александра. Благодарим тебя за все твои милости и щедроты, Христе Боже. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверять твоей милости, твоему промыслу о нас, ибо верующих тебя, любящих уставы твои святые, с радостью исполняющими их, ты дал название «Святые мои, избранные мои». Помоги нам оправдать, Господи, это по твоему благословению. Помилуй нас, Господи, освободи от всего ненужного и прими нас в вечное объятие Твое, быть с Тобою всегда, Христе Боже наш. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Твоей. Аллилуйя! Слава Вышней Богу на земле, мир человека благоволение. Аллилуйя! Слава Тебе, милосердный Господь и Бог наш. Благослови Елену, обрати Евгения, Наталья, Надежду, Юрия, Эдуарда. Мы просили, Господи, помочь нам переиздать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта комментариями. Кислую православию книгу. Мы получили более того и проповеди в стихах. Слава Тебе! Помоги нам, Господи, издать проповеди во свете Святой Библии. Пошли средства необходимые. И помоги закончить подготовку к изданию. Только Ты это можешь сделать и умудрить. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ты благословил нас, Господи, так многое проехать с благовестнической миссией. Тысячи людей услышали о Слове Твоем истину. И посеянное нами по Твоему благоволению и благодати да даст и в будущем обильные плоды. Найди новые души. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш. Благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и короны Церкви, как на истину. Аллилуйя! И вечности воздаю милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе, Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви от зависти нечестивых. И воздай милостью всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия. Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентина, Самиру, Кирилла. Аллилуйя! Слава Тебе, милосердный Господь Бог наш, что мы имеем эту возможность припадать к стопам Твоим. Помоги нам, Господи, во всем предпочитаемом добро, а не злу. И утиши злодействующих, злословящих истину Твою. Не дай им желаемого, ибо не знают, что творят. Море лжи,
и океан безумия. И по всем признакам похоже, что похулили Духа Святого, молитва не достигает Бога, молящий за них. Ты нам показываешь на примере их, как мы должны бодрствовать над тем сокровищем веры, которое ты даровал нам. Посети, Господи, болящих, дай силы безропотно перенести страдания, пошли им исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Надежду, Любовь, Людмилу, Татьяну, Надежду, Александру, Неонилу. Благодарю Тебя, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться полезным и спасительным для нашей бессмертной души. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Господи, сохрани наши сокровища в интернете, их администрацию расположи к нам. И откроем, Господи, сердца для уверования в Тебя. И особенно молимся мы за иудеев. Откроем истину. Покажи, что Мессия уже пришел. И тот, которого они ждут ныне, будет антихристом. Жалься над ними, Господи. Многим еще открой глаза и сердце, чтобы они приняли Тебя как Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Благослови трудящихся на этом поприще Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Вячеслава, Николая, Алексея, Гавриила, обрати Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Аллилуйя! Слава Тебе, милосердный Господь и Бог наш! Хвала Тебе за все Твои милости и долготерпение. Ты собрал нас Духом Твоим Святым, чтобы мы вникали в Слово Твое, которое будет судить каждого человека, рожденного в этом мире. Ты, Господи, рассей все эти ереси, только Ты можешь это сделать. Коснись их сердец. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешни, благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу по мытарствам страшным и непонятным. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Боже наш! Слава Тебе! Просили помочь с приобретением жилищ Михаилу болящему, помилуй Господи, Елену, Романа, Екатерину. И Ты исполнил их желание. Первые христиане не имели ни одного храма, но ежедневно собирались по домам, прославляя Тебя. Обрати сердца соседей, близких, кому они возвестили, кому дали Слово Божие, чтобы жилища их были как храмы Бога Живого. Помоги, Господи. Есть родители, которые просят, чтобы Бог благословил их младенцев, чтобы они росли послушные родителям, верующие, стали благовестниками. Благослови Марка Игнатия, Ангелину, Алфея, Феодосию, Евсебия, Ездру. Слава Тебе, Христе Боже наш! Слава Тебе! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным. Видеть нуждающихся в нашей помощи и по мере сил помогать им. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! И каждому даруй доброе жилье. Благодарим Тебя, Господи. И воздай милостью всем, кто строил эти жилища, где мы находим спасение от непогоды, от всего, что не славит Господа. И храмы, в которых мы находим единение во Слове Твоем. Эти устроители, Господи, достойны похвалы. Благослови их.
Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой земле, как ее доли печали. Слава тебе, Боже наш! Молите Бога нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Боже, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илею добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Молите Бога, на святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем и жизнь вечную. А они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Есть, кто просит избавить их от злого духа, который вселился в них, Русик, Ирину и этого Егора. Пощади, Господи, избави их и откроем истину Твою, ибо Ты есть свет и освещаешь всякую душу, приходящую в этот мир. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Усин, философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Веномин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста на чело или правую руку. Благослови взятых из семейства, отправленных на военные действия на фронт, Никиту, Александра, Максима, Иоанна и неведомых нам. Сохрани их от всякого рода зла и греха, и постоянно напоминай нам, о чем говорит нам Откровение 13:10. Кто идет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Дай им, Господи, то и другое. Аллилуйя! Слава Тебе, милосердный Господь! Посети томящихся в узах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах за Слово Твое. Монаха Сергея, Владислава, Вара, мы просили об Илии, и Ты так внезапно освободил его до суда. Это великое чудо, совершенное в наши дни. Научи нас помнить об этом. Илии, Господи, помоги избавиться от старых, ненужных, близких сообщений с кем-то. Ты знаешь, Господи, как спасти его, чтобы он не дал повода ищущим повода, а чтобы был здесь с нами на молитве. Коснись его сердце. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Молите Бога на святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысл еретиков, сектантов разруши, развей и в ничто преврати. Слава тебе, Боже наш! Молите Бога о нас. Святые жены и девы, Пёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Эксапия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. Сохрани их от всяческого поругания и насилия. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанны. Слава тебе, Христе Боже наш, слава тебе, Господи.
Прими наши молитвы, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, коснись их сердец. Дай им твердо поверить в то, что примирение с Тобой, Господи, возможно только при этой жизни. За гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала. Тебе слава, Тебе честь и поклонение и благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и заслышат рабы Твои голос Твой. Мир всем и доброе утро. Христос воскрес. Вот в начале новой недели, вторая по Пасхе. По милости Божией встретили хорошо Пасху. Никаких происшествий не было. На чем усилить молитву? О тех людях, которые у нас были и отошли. Это берет семь злейших и входит в человека. Семь злейших духов. Непрерывное море клеветы. Вот у нас один был тут, Никита, он 5 лет, говорит, 3 года. Ну, сам признает, 5 лет было. У него ничего против не было, ничего. А сейчас вот как дело сделалось, так как сумасшедший, бесноватый. Любое слово переворачивает, и они все одинаковые, эти люди. И они друг друга находят, даже не зная друг друга, в другом государстве. Почему? Потому что сатана сразу их сводит. Они нападают на все, что есть. Самые простые дела, которые никак нельзя извратить. Где-то мы беседуем, что-то говорим о Боге, считаем ли Златоуста. Все переворачивают. Видно, что это не человек делает. Ну и о них надо помнить. Почему? Потому что от них великая награда, когда будут вас злословить неправедно за имя мое. Так гнали пророков бывших меня, говорит Господь. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда от Господа. Потому что безумие любому, везде конец где-то. Сегодня он есть, а завтра нет. А вреда-то никакого от этого нет. Можно, сатана, она больше не решается, но я вот смотрю, зашел, там у нас был когда-то, припомнили мне, что-то он там на меня вроде нападал, Виктор Ярош. Ну, говорят, что это все они там с Украины. Ну, тогда понятно все это. Я по простоте своей думаю, что их просто принудили к этому, а там, гляжу, нет. За самое маленькое, за слова, все. Вот, что бы мы ни делали, вот, все, злословят и больше ничего нету. У них такое в душе настроение, что они и жить уже не хотят. Но еще пытаются друг друга обольщать. Ну, я с людьми много общался, знаю, вижу. Как один сказал, говорит, из рая нырнули в ад. У нас одна была женщина, хорошая, замечания не было. Сын вернулся, сидел за убийство. Ну, что у ней дома-то там? И вдруг ее нет, и спрашивают ее, почему ты не ходишь? Она говорит, вот я дома с сыном этим теперь живу, как в аду. А придет наш общий, я как в раю. У меня такие перепады вот эти, на сердце тяжело. А я, говорит, из дома-то иду в те храмы-то, где проходной двор-то, везде. Никто не спрашивает. Ну и все, я дома какой-то, такая здесь обстановка, меня это, даже смешно. Причина у человека есть открытый грех. Грех. Он не может здесь его, даже не трогаешь, а его все это обличает. Что бы ни начал считать, он все это про меня.
это про меня. Но если тебе открыто, что про тебя, открой истину шире, покайся, служи для Бога. Вот сейчас отготовим. Я не знаю, как. Что-то там я пропустил, но не сделал, говорят. Но я пропустил, не сделал. А которые люди из видео делали, там помогало 68 человек, это не просто так. Они не знают эти слова. Они им слышатся только. Даже похожего нету. Ясно, несмотря на это, мне надо дать было смысл этот. И тот где-то, может быть, промахнулся, не видел. Но я прошел от начала до конца 350 проповедей. 350. Сколько на это ушло времени. Но это все пойдет последний уже 7-й том. Я так думаю. Главное придать смысл. А уже запятые, другое, это... как Бог даст. Потому что нам затягивать не надо, может даже и ошибки останутся. А ошибки везде, в любой книге. Без ошибки нет ни одной газеты. В Библии даже буква одна перевернута вверх ногами была. У меня было такое. Сдаешь, а там выбросили несколько страниц. Да ладно, из типографии на дом приехали. И, ну, аппаратура скинула, потеряли, и нету. Это книга для Слова Божия, не туз. Вот это, что у нас такое есть? Пока мы все подготавливаем. Завтра, если Господь благословит, тут помогает все у нас. Елена узнала, привозить надо щебень, примерно тонн 15, и песка столько же. Больше ничего пока не заказываем, еще цемент брать. Это стоит 48 тысяч. Учитывая свою пенсию, думаешь, Господи, да как же так это? Ну... на милость Божию надеемся. Сейчас арматуру надо ехать туда. Да кто повезет, я ничего не знаю. Жду, кто поможет. Вчера мы посетили наших дорогих близких, которые буквально Польгуева Надежда. У нее с головой что-то там неладно. Несколько раз долбили. Вчера была, она уже нас узнала. Несколько операций опять делали. Хорошо. Ну, кто барнаульский, это знает. Сироткина одна. Господь посылает силу, а она, правда, в этой тележке, вокруг нее такая маленькая на колесиках, она двигает что-то, с ногами не может. Но Господь сохраняет. Мы вчера что увидели. Сегодня пока подготовку, видимо, а завтра у меня завоз будет этого материала. Надо, чтобы все было как надо. И не обманули. Какого размера там, когда щебенку там от сантиметра, меньше даже полсантиметра. Есть такая прям по 10 сантиметров от 7 и больше. Думаю, может, это битым кирпичом мы заменим как-то. А маленькая – это больше пользы. Вот тут строится один. У него лишнее оказалось, он нам 5 мешков цементу дал. А цемента практически там почти наполовину сколько есть. Это много надо. Я тут один, брата Владимира тут нету. Я без него как без рук. Ну и думаем начать где-то 3 июня. За неделю-то что-то сделаем. Да и с ними я и уеду домой. Так что, как Бог даст. Я говорил утром, у меня и бывает что-то срочное, суперсрочное. На размышление 7 секунд. Вопрос можно задать. Я вот сегодня... ну, как всегда, 3 часа 17 минут. Почему в это время меня Господь поднимает? Одно и то же. 4:40 тут уже объяснение есть. А это именно, чтобы встать. И сразу сажусь и начинаю отвечать. Ответы большие. Человек задает вопрос, а он не знает, что у меня это все отвечено. Я, бывает, перекопирую, отсылаю.
У нас только отвеченные сохранились вместе. 4124 вопроса. Разбиты на 55 папок. Ну, если ничего нету, подхожу. С Богом. Прости, Христос, за молитву. С Богом. Христос воскресе. Воскресе. Воистину воскресе. Почитай. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Будем нет. Будем нет. Валюш, наверное, просто... Воистину воскресе. Читай, Валентина. Продолжай. Ну да. Господи, Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать твои слова и понять их, и исполнить волю твою. Продолжаем чтение толкования блаженного Архиепископа на Евангелие от Луки, 10 глава, 29 по 37 стих. Закон пришел и остановился над ближайшим, но потом, не имея силы врачевать, отступил. Это и означает «прошел мимо». Смотри, слово по случаю имеет некоторый смысл, ибо закон действительно дан не по особой какой-то причине, но по причине слабости человеческой. Галатам 3:19. Не могший сначала принять Христово таинство. Поэтому и говорится, что священник, то есть закон, пришел уврачевать человека не нарочито, но по случаю, что мы обыкновенно называемся случайностью. Но Господь и Бог наш, ставший за нас клятвою, Галатам 3:13, и названный самарянином, Иоанна 8:48, пришел к нам, совершая путь, то есть предлогом пути и целью поставив то самое, чтобы исцелить нас, а не проходом только, и посетил нас не случайно, но жил с нами и беседовал непризрачно. Тотчас перевязал раны, не попустив болезнью усилиться, но связав ее. Воздел масло и вино. Масло есть слово учения, предуготовляющее добродетели обещанием благ. А вино – слово Бог, слово учения, приводящее к добродетели страхом. Итак, когда слышишь слово Господа, придите ко мне, и я успокою вас. Матфея 11:28. Это масло, ибо показывает милость и успокоение. Таковы же слова: «Придите, наследуйте царство, уготованное вам» – Матфея 25:34. Но когда Господь говорит «Идите во тьму» – Матфея 25:41, это вино, учение строгое. И ежедневно те, которые бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, будучи помазуемы миром, тотчас же приобщая к церкви и причащаясь божественной крови. Господь посадил нашу израненную природу на своего подъеремника, то есть на свое тело, ибо сделал нас своими членами и причастниками своего тела. Нас, долу находящихся, возвел на такое достоинство, что мы одно с ним тело. Гостиница есть церковь, всех принимающая. Закон не всех принимал, ибо сказано: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне». Второзаконие 23:3. Но во всяком народе, боящийся его, приятен его. Деяние 10:35. Если желает уверовать и сделаться членом церкви, ибо она всех принимает, и грешников, и мытарей. Примечай точность, какой сказано, что привез его в гостиницу и возымел о нем попечение. Прежде чем привез в нее, он только перевязал раны. Что это значит? То, что когда составилась церковь и открылась гостиница, то есть когда вера возросла почти у всех народов, тогда открылись и дары Святого Духа, и благодать Божия распространилась. Это узнаешь из деяний апостольских. Образ гостиника носит в себе всякий апостол и учитель, и пастырь.
Им Господь дал два динария, то есть два завета, ветхий и новый. Ибо тот и другой завет, как изречение одного и того же Бога, имеют на себе изображение одного царя. Сие-то динария Господь, восходя на небеса, оставил апостолам и последующих времен епископам и учителям. Сказал, если что из своего издержишь, я отдам тебе. Апостолы действительно сдерживали и свое, много трудившись и повсюду рассеивая учение. Да и учители последующих времен, изъясняя Ветхий и Новый Завет, много сдержали своего. За это они получат награду, когда Господь возвратится, то есть во второе его пришествие. Тогда каждый из них скажет ему, «Господи, ты дал мне два динария, вот я приобрел другие два». И он так скажет таковому, «Хорошо, добрый раб». Комментарий Игнатия Тихоновича. Что могут сказать на суде Божьем православные пастыри, скрывшие и два динария, и ничего не потратившие сверх их? Жизнь такого гостиника – сплошное самоосуждение и гибель для тех, над кем он властвует. Так как отменили закон Божий, то есть Святую Библию, то это место не осталось пустым. Стали вводить лжедуховность, потребовались видимые атрибуты поклонения, и все замироточило. Это поражает воображение язычников, приходящих в храм. Они чувствуют себя, как и послы князя Владимира, как на небе. Разум спит, Слово Божие отсутствует, и истолкование Святой Библии никто не ищет. К этому нет никакой жажды у народа. Если это толкование блаженного Феофилакта читать вслух священников, не называя автора, то они мгновенно выдадут. Это говорит Баптист. Это они носятся со своей Святой Библией. Придумали крещение с полным погружением, как праздник языческого бога Нептуна справляют. Беседовать на тему разумения Священного Писания с православными вообще не приходится. У них намертво атрофировано духовное чувство близости к Богу через слышание Слова Божия. И, похоже, выхода из этой ситуации не предвидится, если не будет установлен авторитет Святой Библии. Бог неизменен, как святой и истинный, и если за отступление от своего слова Он разметывал Израиль, как засохший ком грязи по всему миру, превращая его в пыль, точно так же будет и с нынешними презрителями Слова Божия, то есть Святой Библии. Евреям 13:8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. За отступление от истинного поклонения Богу Бог уничтожает поколение за поколением, оставляя себе только единицу верных. Сираха 16:3. Лучше один праведный, чем будет тысяча грешников. Может случиться так, что и вся земля русская будет исповедовать иную веру, так как Бог перестал защищать землю, которая отвергает Его Слово. Исчезает нация, сделавшаяся богопротивной и не признающая слова Творца Своего, и во всем этом виноваты пастыри, скрывшие Слово Божие. Лука 13:3. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. 38 по 42 стих. Продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марка приняла его в свой дом. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марка же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нет нужды, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марта, Марта, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется на нее. Толкование. Велико благо и гостеприимство, как показала Марта, и не нужно пренебрегать ей, но еще большее благо внимать духовную беседу, ибо тем питается тело, а с ними оживляется душа. Не для того, говорит, существует Марта, чтобы наполнять тело разными яствами, но для того, чтобы творить полезное душу. Примечая и благоразумие Господа, он ничего не сказал Марке прежде, чем от нее получил полностью плету. Тогда же она покусилась ответить свою сестру от слушания, тогда Господь, воспользовавшись поводом, упрекает ее.
Ибо гостеприимство дотоле похвально, дотоле оно не отвлекает и не отводит нас от того, что более нужно. Когда же оно нам начнет препятствовать важнейших предметов, тогда довольно предпочесть ему слушание о божественных предметах. Притом, если сказать точнее, Господь распространяет не гостеприимство, но разнообразие и суету, то есть развлечение и смущение. Для чего, говорит Марта, ты заботишься и кусочек помогла, то есть развлекаешься, беспокоишься. Мы имеем нужду в том только, чтобы сколько-нибудь поесть, а не в разнообразии есть. Иные слова, одно только нужно. Разумели не от пищи, но от внимания к учению. Итак, всеми словами Господь научает апостолам, чтобы когда они войдут в чей-либо дом, не требовали ничего роскошного, но довольствовались простым, не заботясь более ни о чем, только внимание к учению. Пожалуй, разумеет под Мартой деятельную добродетель, а под Марией созерцание. Деятельная добродетель имеет развлечение и беспокойство, а созерцание стал господином над страстями, ибо Мария значит госпожа. Упражняется в одном рассмотрении божественных извлечений и ходит. Сила у ног Иисуса и слушает слово Его, достигшись до созерцания, он освобождается от развлечений и суетности, и таким образом у него нечто отнимается. А подвязающийся созерцание никогда не лишается всей благочестия, то есть созерцания. Ибо в чем больше он будет успевать, когда достиг самого высшего, разумея созерцание Бога, что равно обожению. Ибо кто удостоился зреть Бога, то становится Богом, так как подобное обленится Богом. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе!